Чё-то. Ты чё? Мартышка. Мартышка маленькая. Гошка. Гоша, на шапочку. На. Ну, как-то так. Прикольно, но не полный кайф, Гошке. Ой-ой-ой, начал топтать. Помешал, блин. Ну нифига. Интимная жизнь ворона. И такой смотрит, типа, а чё? Да вот у него прелюдия, видимо, такие. Лапками тык-тык-тык-тык-тык. А может быть, это он местечко готовит, чтобы, ну, именно похоже было на гнездо. Ямочку небольшую. Да, возможно, так и делает. Просто ямочку.
Да ты ямочку делаешь, да? Ладно, пусть лежит. Гоша. Глаша, смотри. Смотри, у тебя свинья там сидит. Настоящее гнездо. Саб.
собрались мы постримить. Привет, привет. Прогуляться. Гошка тут что-то чирикает, чирикает. Как ты это делаешь? Только что делал, что-то как-то. Классно, Гоша делал. О. Ну. Диджей, зажигай. Пум 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 пум. Это ты уронил. Купайся. А зачем? Я не понимаю, зачем. Он мешает. Я тут с целью его убирать. Чтобы сюда, наверное, ходили? Не, ну это понятно у фото. Я имею в виду, что в самом городе его так. Мы погуляли, помылся Гошка, блин, накупался. Сейчас идем домой. Ну ты крылышки-то расправь, ветер же дует. Красавчик. Ха-ха.